Дорогие друзья, я приветствую всех на своем канале. Вот наша большая теплица, где мы выращиваем саженцы клубники, малины, ежевики, жимолость и смородины. Здесь у нас вот, она сейчас у нас не накрыта, наступит весна, потом накрываем пленку. Сверху у нас здесь это пленка такая дорогая, светлица, а здесь обычная салаватовская. Салаватовская служит сезон, а это 8 лет держится. Крышу, чтобы слишком часто не накрывать. Здесь вот у нас стеллажи. Здесь у нас стеллажи. На стеллажах получается. На одном стеллаже где-то 1200 саженцев помещается. На одной полке до 400 саженцев. Вот два стеллажа. Вот стеллаж. Тут у нас небольшой. Здесь вот остатки саженцев, жимолости и все такое, что не успели занести. Будет вытряхиваться, наверное, и заново пересаживаться. Там, где выпад. Делаем двойной слой пленки. Сверху дорогая светлица, а здесь мы стелим обычную пленку. Двойной слой, чтобы была воздушная подушка, чтобы тепло не уходило. Здесь у нас на коньке вот бревна обычные и брус 10 на 10. Теплица уже стоит около 10 лет. Иногда периодически мы бревна меняем. Вот, допустим, здесь вот, видите, вот бревнышко вот свежее, да, поставили. Вот это вот еще старое. Можно потом его будет убрать, заменить тоже. Здесь вот мы ставим ящики, где вот у нас доски постельные. Сюда ставим стаканы. А здесь вот в ящики ставим или маточный корень малины, все такое. Или также в ящики складываем саженцы, потом все ставим. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До свидания.